Открытый диалог с уладой. У апошний працовный день листопада старшиня Брэйскага гарвыканкама Александр Рогачук сустрэўся с молодежным активом города. Сустрэча доўжылася на протягу гадзіны и имела шырый характер. Продолжить обмениваться меркаваннями по розных пытаннях кіраўнік города пропоновал молоді у информационной просторы и запросил всех присутных до сябе у сябры одной из популярных социальных сеток. На сустрэчу с кіраўніком городской выканаўчай улады были запрошены лидеры молодежных организаций, коллективу предприятий, навчальных установ областного центра. На початку размовы Александр Рогачук повіншаў присутных с тем, что 2015 объявлены годом молоді, а так само нагадал о присвоении Бресту статусу культурной столицы Беларуси, что складывая на выканаўчую уладу и на молодь додатковую отказность. Подчас гутарки, якая должилась на протягу годины, старшиня Брестского горвыканкама закрыл пытание развития областного центра, его добраупорядкования и будовництва социальных объектов. Не обошли проблему так званых бомбистов, которые псуют выгляд Бреста. Примитивно будем думать, что вот я сейчас дам стену и скажу, рисуйте здесь, уважаемые граффитисты, и теперь мы увидим чистые остановки. Ну, наверное, это утопичная идея, понимаете? Я вот здесь абсолютно с этим не согласен. Наверное, надо прежде всего сформировать у молодого человека понимание того, что если он просто самовыражается таким образом, да, через эти всякие свои надписи и так далее, он просто-напросто уничтожает свой город. И если это понимание будет доминирующим среди молодежной среды, тогда у нас будет и чистота, и порядок. Подчас встречи мэр нагадал об открытости городской улады и запросил присутных на свою сторонку одну из популярных социальных сеток. У свою чергу представники молоди уручили Александру Рогачуку подарунки, у лику яких кашуля с напомином об статусе наступного года. У ее керовника города хотели бачить на туристичном взлете, который пройдет у мая 2015 на озере Селяхи. Але улишивающий специфику наступного года, черговая встреча мэра и молодежного активу, напевно, отбудется ранее.